Это такое смешение эмоций. Блин, это было так мило. Вот, то есть как бы мне нравится собирать скальпы, так сказать. Каждый от тебя хочет волосы выдрать. Я думала, что я буду заканчивать. $1 000 000 будет на кону, то я подумаю. Без вас я не знаю, как мы будем смотреть вообще шахматы. По-моему, просто бессмысленно. Скучно будет. Здравствуйте, знатоки, любители шахмат, зрители канала Chess.com.ru. Мы рады вас приветствовать снова. И сегодня, во-первых, всех с Новым годом и с наступающим Рождеством. И сегодня с нами чемпионка мира по блицу 2023 года Валентина Гунина. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Всех с Новым годом. Валентина, скажите, пожалуйста, было ли сложно выиграть чемпионат мира по блицу, при этом все-таки сделать хотя бы там несколько ничьих, потому что обычно вы их не делаете? Ну, вообще, выиграть чемпионат мира всегда сложно. И вообще этот турнир, он самый... один из самых сильных турниров, вот. Даже с учетом того, что это не классика, да, что это быстро и близ, вот, но, да, обычно я не делаю ничьи, но я к этому стремлюсь, типа, солидно. Да, мы просто обычно, у нас даже был когда-то мем на канале, когда, я не знаю, года два назад, когда был какой-то один из этапов Гран-при Фиде, и мы говорили, что там, мы привели цитату Капабланки, что там про ничейную смерть, а дальше ваши фото, и то, что миссия выполнена, шахматы спасены, то есть никаких ничьих больше нет. Ну, примерно так. Вообще, Валентина, мы хотели бы вернуться к самому чемпионату мира в Самарканд. Вы помните вот тот момент, когда вы выиграли чемпионат, вот в последней партии вы побеждаете, и вы чемпионка мира. Расскажите о ваших впечатлениях в тот момент, когда это случилось, вот прям вот сразу после. Ну, это такое смешение эмоций, потому что обычно ты так сильно не радуешься, потому что вначале как бы ты борешься, и эта борьба как бы затмевает все, а расслабляешься ты уже потом, после турнира или даже дома. Вот, поэтому... Насколько я видел, вы на видео вы не могли сдержать слез сразу после победы. Да, это было так смешно. Ко мне подошел Ян, непомнящий, поздравил меня, а он еще до этого предлагал свою помощь, если у меня будет не доставать каких-то таблеток или мне нужны будут врачи. Блин, это было так мило. Вот, и тут он проходит, меня поздравляет. И Бая Кованова, которая стала чемпионкой России в этом году. Вот, и мы и завтракали вместе, как раз в Самарканде. Мы жили в одном отеле, и в основном мы общались в группе девчонок тоже вместе. Тут она подходит, меня поздравляет. И да, все, что копилось, как это было тяжело, оно просто выплеснулось. Я обычно не очень люблю показывать свои эмоции, радостные или... Ну, то есть, как бы я улыбаюсь, но в основном, обыграв соперника, я не люблю показывать что свои улыбки, потому что, как бы, мне это радостно, а моему сопернику больно. Вот, и поэтому, как бы, я такая более сдержанная. Тут все прорвалось, вот, поэтому так. Титульный вторник сложнее выиграть, чем чемпионат мира по блицу среди женщин? Да, сложнее. Я очень довольна, что один раз сыграла... Заняла 10-е место. В основном мне удается часто выиграть женский приз. Но больше всего меня радует, когда я играю с кем-то сильным. Я выигрываю кого-то сильную. Я один раз сыграла с Накамурой. Вот, то есть как бы мне нравится собирать скальпы, так сказать. Валентина, мы просто хотели бы сказать нашим зрителям то, что вас, вы играете не просто как бы в шахматы, но при этом... вы превознемогаете болезнь, насколько мы понимаем. Вы не могли бы рассказать, насколько сильно вам мешала болезнь играть в Самарканде? Ну, мне только в том году, в мае поставили, то есть я очень долго боролась за диагноз. Началось все примерно с 28 лет, и сейчас мне 34. Вот в феврале будет 35, и вот только-только как бы я прохожу лечение. И это курсами, и уже небольшие ухудшения пошли, потому что и это долго из-за того, что я долго искала диагноз, много времени прошло. Вот, я вообще на самом деле думала, что если не получится как-то адаптироваться и к лечению, и прочее, то есть я думала, что я буду заканчивать. Такая опция тоже маячила на горизонте, потому что это на самом деле все тяжело. Вот. Но так как у меня есть тренер и шахматы, вот, и поддержка федерации, и в лечении, и в целом,
то получается, что у меня еще как бы... Я еще думала, что у меня есть шансы, а тут получилось, что несколько турниров, которые удалось хорошо сыграть, даже в классику. Вот, а тут еще... То есть для меня самой было удивительно, что я смогла стать чемпионкой мира по блицу. Вот, и для моего тренера это было такой шок. И, ну, да, и для моей семьи, которая знает, что это довольно тяжело в плане здоровья. Мама все спрашивала, как я переставляю фигуру, потому что... то есть я беру фигуру, и так как пальцы болят, мне даже тяжело ее отпустить, бывает. Ну, вы говорили, кажется, в одном из интервью, то, что, по сути, шахматы сейчас помогают справиться с болезнью. Да-да, то есть нужна мотивация, чтобы даже вставать с кровати. Вот, одно время это было совсем сложно, сейчас оно полегче. Вот, но бывает, что меня вообще выключает. Я все боялась, что... То есть может выключить на день... И я все боялась, что это как бы может случиться на шахматном турнире. Но на самом деле на шахматном турнире или на сборах такого не бывает. Потому что как бы тоже отвлечение, оно как бы действует. Быстрые контроли вам удобнее играть, чем классику, правильно? Но с другой стороны, это удобнее, потому что, да, по энергозатратности. Но так как задета немного нервная система, я до этого еще заикалась сильно. Вот, но это такой спазм был, ну, как бы это не совсем заикание. Вот, еще у меня руки сильно трясутся, поэтому я боялась вообще, что как бы быстрый и блиц для меня вообще невозможно. То есть как бы я думала, если я взять фигуру-то не могу, то как бы как я буду нормально играть блиц. И самое прикольное вот было как раз спид-чесс, women's speed-chess. Я играла с Харикой, и как раз тогда было видно, то есть я... держу руку на мышке и держу одной рукой другую руку, потому что она трясется. Вот, и получается, мне даже сложно сделать ход. А там же еще секунды. Вот, и мне потом подруга сказала, что даже видно, когда я беру чашку с кофе, видно, как рука трясется, я начинаю пить, и у меня такая тряска. Вот, но я к этому привыкла. Конечно, я знаю, что еще предстоит борьба, но то есть есть какие-то моменты, которые все равно надо учитывать. Да, ну мы вам все наши зрители, и мы желаем вам здоровья, чтобы все это прошло и стало лучше. Скажите, пожалуйста, вот если бы вам до конца жизни предложили играть в каком-то контроле, какой бы вы выбрали? Классика, блиц или рапид? Нельзя сказать, что я бы что-то одно выбрала, да? Это же все-таки микс всего. Ну, если вот такой вот прям выбор, нужно выбрать именно. Да даже не знаю, наверное, классику. То есть я не за сокращение классического контроля, потому что красота шахмат, глубина шахмат, она проявляется, когда ты как бы сидишь за доской несколько часов. Да, то есть блиц — это такое больше развлечение, да, потому что тот же Ботвинни говорил, что запрещал своим ученикам, да, играть в блиц, говорил, что это все баловство. То есть быстрые, они такие более приближенные по глубине, но все равно там я играла даже с контролем 25 плюс 10, даже это как бы не сильно показывает, насколько красивые могут быть решения в шахматах. Поэтому, наверное, классику. Ну и ну, вот то, что мальчики играют 8-часовой контроль, это довольно тяжелый. А вот сейчас, который фидовский, да, и еще с... 5-часовой сейчас, да, который... 90 минут до 40 ходов, и потом полчаса до последнего хода, и начиная с первого прибавления по полминуте. И вот как раз прибавление, оно помогает вот от вот этого, что мы называем парковый блиц, да, когда фигуры падают. Надо флаг срубить обязательно, да. Да, то есть это такое больше так для красоты в целом, потому что шахматы — это более такая индивидуальная игра. А можно, я ваш фанат, на самом деле, уже года с 2016-го, вот как я начал прям плотно смотреть за шахматами. Я помню, смотрел какой-то суперфинал чемпионата России, и я не помню, кто комментировал, комментировал, но всегда говорили, там, если Валентина Гунина, там какой-то битый ладейник стоит, там, ничья, сейчас все равно что-то случится за доской. Я помню, там вы даже несколько партий выиграли, и в том числе проиграли. Расскажите, пожалуйста, почему вот вы всегда стремитесь к таким ярким партиям, и почему
это такой яркий стиль, вы себя сами мотивируете так играть с риском, с излишним риском иногда, либо это просто, ну, в чем вообще секрет таких шахмат? Ну, это еще, наверное, заложено с детских турниров, потому что я сама из Мурманска, и чтобы на поездку найти деньги, это не всегда... то есть это большая проблема, да, для администрации, и когда ты приезжаешь на турнир, то есть это далеко получается, то есть я еду с папой, и поэтому получается, что чем больше ты ничего сделаешь, да, про поражение я вообще молчу, то есть ты можешь как бы не выйти куда-то, чтобы тебя потом дальше, да, командировали. Поэтому приходилось как бы изворачиваться. А у меня папа преподаватель высшей математики, вот, и потом он сам играл. В шахматы дедушка играл, и он обучал меня и брата, но в целом все равно как бы отсутствие тренера сказывалось. Вот. И вот сейчас, занимаясь с профессиональным тренером, с учетом и как раз и движка, и там, в целом более такой профессиональный подход, то есть я понимаю, где какие ошибки, с ужасом думаю, что да, там... Все меня ругают, и правильно ругают, когда я там отказываюсь от битой ничьи. Вот, ну просто это еще характер такой заложенный, да, вот уже и от детства. Вот, но и потом как-то... Ну, то есть ты собираешься, идешь на партию, потом, чтобы сделать быструю ничью, и потом проводишь там полдня в номере, это как-то немного скучно. Ну да, иногда кажется, что вам просто скучно играть ничьи какие-то непонятные. Вот хотя, с другой стороны, кажется, вот чемпионат мира по блицу, если взять. Но вот есть отдельные там люди, которые, ну, видимо, закладывают даже себе по турниру, что какие-то туры они просто отдыхают, там, делая какие-то быстрые ничьи. Вы вообще не рассматриваете такую тактику или стратегию на турнир по чемпионату мира по блицу, вот, например? Нет, и это было и до болезни, сейчас, во время болезни, то есть... Наоборот, когда я играю в процессе, да, мне становится лучше. И вот эти ожидания, они немного... Я вначале думала, что мне не пойдет на пользу, а потом я начала общаться с ребятами, с нашими, с русскими. Вот. И как-то, наоборот, расслаблялась. Вот. Поэтому для меня как бы можно зарубиться за шахматной доской, а потом пойти просто отдохнуть, как бы там кофейку попить, чайку. Вот, можно еще отдохнуть прямо во время партии. Да, да. Да, но на самом деле там меня часто спрашивают, типа, с кем тяжелее играть. Да, блин, со всеми там, в кого ни ткни, та чемпионка, эта чемпионка. То есть как бы там много, и молодежи было много. И в целом очень сильный турнир, один из самых сильнейших. Вот, поэтому... Просто тяжелее, наверное, с русским, потому что каждый тебя хочет волосы выдрать. Каждый настроен. Да, то есть нет, наоборот, что вы можете там друг с другом договориться, например, и там, то есть, там сказать, давай мы там следующую партию как-то. Не, ну это же всегда есть. То есть, вот поэтому там, типа, и скандал-то случился с ребятами, потому что там главный арбитр с этим. Да, вот, кстати, как вы к этому относитесь, когда вот танец коней, который исполнили Ян Непомнящий и Даниил Дубов? Ну вот именно, что это было сделано как танец коней, и что это было все на камеру, ну я, естественно, не видела, но как бы я уже видела постфактум, вот, и потом узнала, что такое случилось, и поставили по 2-0. То есть за вот такое проявление я думаю, что надо наказывать. А потом мне Ян написал, что это не из-за того, что как бы как они показали, потому что очень много же было расписных ничьих. Вот. И он не видит разницы, так расписывают ничью или по-другому, да, поэтому вот они типа так хотели показать. Вот, ну, в целом, я думаю, что ты можешь... по нулю получить за это. Ты можешь просто договориться там, ну, там, грубо говоря, там, в номере, там, в мужском туалете, то есть, там, в женском туалете, то есть, ты можешь там знаки подавать, да, там, давай, там, типа, распишем там или там, как-то там так. Вот, но все равно, и мне кажется, что за вот такую вот наглядность им должны были какой-то штраф дать. Непонятно, правильно это было и за... То, что вот по нулю, да, и получается, арбитр лишил их там права. Ну, то есть просто если ты бы не подставлялся, такого бы не было, да. То есть как бы если бы вы расписали там за 10 ходов, я думаю, что...
Там же не было такого. Ну, там, наверное, ходов 10 так раз набралось, просто, видимо, они настолько нарочито выглядели. Это было не так, потому что я знаю случаи, когда у нас уже за это наказывали. То есть за такое проявление, поэтому... Ну, это всегда такое было. Еще советских гроссмейстеров Фишер обвинял, да, за то, что они делают между собой ничьи, а ему с ними приходится бороться. Ну, поэтому тут разные мнения. Это не ваш метод, я правильно понимаю? Ну, то есть, когда мне надо, да, я соглашаюсь на ничью. Вот, но сама я не буду предлагать. Да, там, за занавесками, так сказать. Вот, ну, как-то, да, наверное. Если, хотя, если там миллион долларов будет на кону, то я подумаю. Да, вы фиксируете миллион долларов. Да, то есть Магнус, когда там говорит о своей, да, вот такой политике, что ему, да, он против таких расписных, мы так на него смотрим. Ну, конечно, там, типа, если миллионер... Ну да, видео много, я там помню, самая короткая ничья в истории, там с Види, там я такие видео помню, на Чесбайсе еще можно было посмотреть. А, хочу вернуться к моменту до Самарканда, например, там несколько дней остается, вам нужно ехать на турнир. Вообще, какие ваши ожидания были на тот момент, то есть перед турниром? Да, ну никаких, я просто хотела поиграть, заработать хоть немного денег, если получится. То есть, конечно, ты когда профессионал едешь на турнир, ты, естественно, хочешь как бы стать первым. Это всегда так. Вот, потом ты начинаешь договариваться, что, наверное, и тройка сойдет, вот, и так далее. Ну, то есть там монологи с самим собой. А так я понимала, что, во-первых, у меня был ночной рейс, мы вылетали Аэрофлотом, вот, правда, прямой на 4 часа, и получалось, что мне просто ночные рейсы, и ранние утренние, и ночные тоже нежелательны для нервной системы. Вот, и туда вылет дался тяжело, но, правда, организация была очень хорошая, поэтому все очень быстро происходило, и заселение, то есть нас встретили очень быстро, вот, и, ну, я помнила просто, что не хочу подводить тренера, не хочу заработать нам на Новый год, хоть что-нибудь, вот, а то, что получилось выиграть, это, конечно, шок, и для меня самой, и, наверное, и для моей волчанки тоже. Ну, тогда теперь тем более надо просто выздороветь, и все. Я не могу выздороветь. Нет выхода. Я могу уйти в ремиссию. То есть она не лечится. Это... А, то есть, да, это болезнь не лечится. Я понимаю, да, все, что это болезнь, которая остается. Да, она остается как бы в теле. И при этом у меня проявилось, когда начались военные действия, да, то есть она была, уже начала проявляться, а вот конкретно, когда уже совсем проявилось, это вот когда случилось начало. Вот, и поэтому как бы такой шок. Дополнительный катализатор. Да, и получилось как бы, то есть по жизни мне говорят, доктор вообще говорит, что даже смена климата может вызвать какие-то такие нехорошие вещи. И когда мне говорят, типа, что вам бы лучше как бы сидеть там в Москве и никуда не уезжать, я говорю, ну, это вы бы мне сказали там лет в 5, когда я уже поняла, что шахмат — это вся моя жизнь. Вот, поэтому... То есть я понимаю, что... куда-то на пляже Кубы я, наверное, мне бы хотелось поехать, но у меня же из-за болезни аллергия на солнце, и это, естественно, опять же риск, да, то есть никто мне не запрещает там лететь там 10 часов, ну, там, с пересадками, допустим, или просто 10 часов, как до Китая, там, до Владивостока, но просто я должна понимать свои нагрузки, да, и так далее, то есть у меня был... С врачами сборной у меня была такая дискуссия, когда надо было ставить прививки от ковида. А мне нельзя ни одну прививку. Мне даже от гриппа нельзя прививку. Вот. И у меня такой был... То есть я приходила к своему ревматологу, и у меня еще не было официального диагноза. И вот она ставила, что как бы нежелательно, и это прокатывало. То есть много таких нюансов, но в шахматы можно играть. Ну, это очень радует, потому что, ну, без вас я не знаю, как мы будем смотреть вообще шахматы, по-моему, просто бессмысленно. Скучно будет. Тогда давайте более, ну да, просто потому что, да, как все просто будут ничьи катать, и все получается. Да, это было как на российском суперфинале год назад. А, я кстати, слышал, по-моему, вы рассказывали по поводу того, что Евгению Танашевскому сказали. Да, это было так скучно, что, я говорю, ну, невозможно смотреть. Да, я говорю, так это же скучно было, мы сидим там, рубимся, короче, мы смотрим, так, там, пошел за чашкой кофе, не успела выпить, смотришь, уже там последний мальчик отыграл.
Вот, и они такие, ну, мы там просто профессионалы, там, проверил, там, разошлись, вот. У девчонок, конечно, по-другому. Ну, и на самом деле, хорошо эти софийские правила в том, что оно... Ничья до 30-го хода, да, да, это же невозможно. Просто для спонсоров очень хорошо, хорошо, для спонсоров, организаторов, то есть, знаешь, кто-то смотрит, это же все кому-то нужно, вот, и поэтому, как бы... Нужно, чтобы мы боролись. А то как бы прикольно, да, там все, все решили сделать ничьи, разошлись, и все. Ну да, как-то не очень. Но вот смотрите, Валентина, насколько мы... Я все не смогу, конечно, перечислить, но у вас было 3 золотых медали со сборной на шахматных олимпиадах. Да. Вы 11 лет назад уже выигрывали чемпионат мира по блицу. Вы, по-моему, кажется, 5-кратная чемпионка России по шахматам, если... Да. Простите, да. Если я, да, где-то да. неправильно сказал. Какая победа самая яркая из этих, которые бы вы выделили? Там еще было 3 Европы, а мы просто потом... У меня тренер тоже его переклинило, мы же перешли в Азию, Российская Федерация, вот. Потому что в Европу мы даже долететь сложно, да, с учетом того, что сейчас не летают прямыми рейсами. Вот, и поэтому это, естественно, цена возрастает больше. Хотя в Азию тоже попробуй там до Улан-Удэ долететь там. Тоже такие цены. Вот, и он мне такой, ну, мы же будем там Европу играть, значит, будем готовиться. А мы как раз сидим дома у тренера, и его жена такая на него смотрит, говорит, ну, они же теперь уже в Азии, то есть мы все в Азии, поэтому будем играть теперь азиатские игры. Он такой, а, точно, точно. Вот, поэтому... Так прикольно. И... Ну, пока на время, получается, нельзя, не получится прибавить количество титулов европейских. Да-да, ну, я теперь могу обратить свой взор на азиатские игры, потом еще Кубок мира, то есть что-нибудь такое. И, естественно, в самом списке это, да, не выйти замуж и рожать детей, а это вот как раз стать чемпионкой мира по классике. То есть я когда делаю список, так называемых, список желаний, и мы с психологом каждый раз проверяем, насколько там что-то увеличилось, что-то отпало. Но вот эта вот составляющая, что я хочу как раз стать чемпионкой, просто именно по классике, она остается. А из уже из выигранных титулов какой самый, который бы вы выделили? Ну вот мне нравится время, проведенное с девочками. Да, с командницами. Шахматные олимпиады. Вот поэтому... Да, шахматные олимпиады. Первая моя была Ханты-Мансийский в 2010-м. Это вот был... Прям такой прорыв. Меня еще заметил Юрий Федорович Дахаян. Вот как раз я второй раз играла в его мемориале. Там он с ковидом не справился. Вот. И дальше все пошло в гору. То есть я еще играла матч Россия-Китай. То есть для нас очень важен был тогда. Ну, сейчас, может быть, будут проводить такие матчи. Вот. То есть как бы... И тогда мне дали такую возможность уже дальше, как профессионал, развиваться. Самый запоминающийся момент во время турниров в Самарканде, хотел сказать, Ханты-Мансийский в Самарканде, который прошел в конце. Вот самые запоминающиеся партии или момент, который вот прям первое, что приходит на ум? Ну, я проиграла, как правильно произносить фамилию китаянки Джу Джиннер. Ей помогает еще Владимир Малахов, мой лучший друг. Вот, и, но не на турнире, а в целом. То есть я понимаю, что я иду, хорошо иду, вот, и берусь за короля, и понимаю, что королем ходить нельзя, и все равно, ну, я теряю, из-за вилок я теряю ферзя, а так, получается, я могла бы закрыться конем, мы бы дальше играли, вот, ну, как бы, уже все. И до этого... У меня на Фаине Волченке развилось тревожно-депрессивное расстройство. Мне приходится принимать очень сильные антидепрессанты. Вот. И мне добавили еще некоторое время назад литий. Он довольно сильный. Это как раз стабилизатор настроения. Вот. И мне было тяжело как раз играть физически, а проигрывать эмоционально, потому что я не могла справиться. Вот меня качало туда-сюда как бы каждые 5 минут. Вот, а тут я понимаю, что я сама справляюсь. Вот, мне уже стали делать уменьшения, и я сама справляюсь. Тут я проигрываю, вот, я начинаю делать техники, я прохожу терапию, вот, специальную психологическую.
И такая, ну, проигрыш, ну ладно, то есть это как бы очень конец всему. Вот, а когда я начала последний тур, я играю с Анной Музычук, и там прикольно, на Chess Results вроде поставили Костенёк Канеру, я видела у них эту битву эпическую, там сколько ходов, 200, наверное, было. И там поставили ничью. Да, Александра выиграла. Да-да-да, потом я осознаю, что она выиграла, она все так же на полочка, вот. И если как бы я делала ничью, то все равно будет тайбрейк, вот. И тут у нас попадает Грюнфельд, а мы с тренером готовили, ну, причем я еще так сильно не повторяла, но оказалось, что я все равно все помню. И как бы так более уверенно у меня все проходило. Такое чувство, что я вот тренера рядом посадила, и вот он мне говорит, как играть. И главное, что все получилось в конце концов. Да. Блестящая победа в турнире. Я думаю, что мы уже потихонечку подходим к концу. Вопрос такой. Выиграли все, что угодно уже, и вы, кажется, уже сказали, частично ответили на этот вопрос, но вы хотите стать чемпионкой мира по классическим шахматам, хочу, правильно? Хочу. Это остается вашей целью. Да. А ближайшие планы какие? Вот я так понимаю, что в турнир претенденток сейчас вы не попадаете, то есть вы концентрируетесь на следующем цикле. Вообще, так как ухудшения пошли, и там проблема уже началась с почками, там доктор будет думать, если следующие анализы будут, я буду через 3 месяца, я лежала вот последний раз в ноябре, через 3 месяца я буду сдавать кровь, если что-то пойдет не так, она будет применять какие-то более ударные дозы, то есть я сейчас на минималках таких, вот, и все равно она не хочет просто, чтобы было хуже, и все лекарства, которые я принимаю, они очень сильно действуют на печень. Вот, и она не хочет, чтобы было больше, вот, но она говорит, что если это уже как бы пошло на внутренние органы, да, то что-то будет делать, вот, и поэтому мы хотим с тренером сейчас делать календарь, но это будет зависеть от моего состояния, то есть как бы я сильно не чувствую, что что-то, то есть я там маме говорю там, блин, я чувствую там свои ребра, или там я чувствую внутренности, ну, это как бы в целом... Я разговаривала с девочками по палате. Это признаки такой иммунных болезней, разных болезней иммунных. То есть у них может быть разное название, но, в принципе, признаки могут быть одинаковые. Вот, поэтому, естественно, я не чувствую, что у меня почки такие, Валя, мы у тебя болим. Вот, но это будет просто заметно как бы по анализам, и потом я уже буду думать, я хотела как бы сыграть больше классики, я хотела поехать во Владивосток. То есть у меня сейчас, я разверну, я вдалее еще, да, и у меня 1000 желаний, и я так это сейчас разворачиваю свой такой листок, свиток, и у меня там много чего, что я хочу. Вот. И хочу снова вышивать, потому что из-за пальцев я даже боялась взять иглу, я вышиваю крестиком. Вот, ну, иногда просто боялась снова начать. А вдруг это будет не так, или больно, или еще что-то. Вот, или вдруг там расстроюсь, что у меня совсем не получается. Вот, а так, так как, допустим, я обожаю путешествия, но сейчас из-за осложнений мы не можем много куда поехать. Вот, но я могу там поездить по России. Россия очень красивая. Да, это правда, подтверждаю. Вот последний раз, один из последних разов мы ездили с братом в Углич. Вот, и... Мне вообще нравится проводить время с моей семьей, вот, и тут я ему говорю, типа, там, надо поехать в Углич, он мне говорит, зачем? Я говорю, ну, там вот цесаревич Дмитрий был убит, надо пойти посмотреть на, как бы, где это было, ну, там, историю послушать, вот. Как мама говорит, брату, говорит, с ней лучше не спорить, типа, соглашайся, все равно, как бы, сделает так, как ей надо. Валентина, мы еще раз хотим вам пожелать здоровья и крепкого здоровья. Спасибо. И всего самого лучшего. И хотим... А, ну и с наступающим Рождеством, разумеется. И хотим, чтобы вы сказали пару слов нашим молодым и не только молодым зрителям. Ваш микрофон, все что угодно. С Новым годом, конечно, с Рождеством. Вот оно у многих народов разное. Вот. Мы, конечно, как православные, ждем нашего Рождества. У меня... Мы не крещенные с братом, мы просто ходим. Мама ходит в церковь и берет святую воду. Вот.
Это такой даже как обычай. И так как я много тренируюсь, да, и теперь вы видите результат, то чем больше ты тренируешься, чем больше ты вкладываешь в себя и в саморазвитие, да, тем больше у тебя будет отдачи. Вот, и хочется пожелать, чтобы у зрителей, юных, не юных, неважно, была усидчивость, да, цель, да, к чему идти, цель по жизни в целом. Ну и чтобы не только была цель, и чтобы работа, но чтобы еще умение наслаждаться в целом жизнью. Я не знаю, сколько лет назад вы это сказали, и в каком интервью, я точно не вспомню, но вы сказали, что чтобы заниматься шахматами, не нужна мотивация, вам просто нравится это делать. Ну, просто потому, что это шахматы. Спасибо вам большое за интервью, и очень приятно вас было видеть, и надеемся, что вы придете к нам еще и победите. Да, спасибо. Ну, в общем, у вас будет еще много побед. Спасибо вам большое. Спасибо большое, спасибо.